Продолжаем выпуск. Дороги – вечная беда. Горожане не устают звонить и жаловаться. Кто-то на некачественный ямочный ремонт, а кто-то на его отсутствие в принципе. О самых проблемных дорожных участках Красноярска. Дина Володина. На прошлых выходных телефон в нашей редакции практически не замолкал. И большая часть звонков и жалоб красноярцев касалась качества дорожного покрытия. Например, вот эта яма на Красрабе засыпана гравием уже давным-давно, несколько месяцев. А вот когда здесь появится асфальт, большой вопрос. История и на улице Симафорная. Здесь напротив строительного техникума тоже яму засыпали гравием. Студенты и преподаватели этого учебного заведения боятся, что это временное решение так и останется постоянным. Еще одна проезжая часть уже совсем недалеко от нашей телекомпании – это улица Баумана. Здесь ямочный ремонт делали в прошлом году. Очевидно, в этом нужно повторить снова. А вот на проспекте Мира земля из-под ног ушла не на проезжей части, а на тротуаре. Информация появилась в социальных сетях. Здесь напротив Мира 86 брусчатка ушла из-под ног. Однако большинство красноярцев не переживают, считают, что все в порядке вещей. Дина Володина, Дмитрий Гаврилко, 7 канал, Новости 24.